Уважаемые друзья, Югра потерпела поражение в домашнем матче против Торпедо Горького из Нижнего Новгорода. Пожалуйста, главный тренер, прокомментируйте исход встречи. Начнем с гостей. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, за желание. Мы играли в Тюмени на победу, нам немножко не хватило. Но сегодня, опять же, поговорили с ребятами на собрании, что у нас молодая команда, мы можем играть в активный хоккей. Ребята прониклись этим, ребята горят игрой. Спасибо вам, опять же, за самоотдачу, за желание. Мы сегодня забили 2 гола, и 2-й гол нам принес победу. До этого мы где-то по одному забивали, немножко не хватало. Сегодня, в принципе, план на игру сработал. Опять же, говорю, что огромные заслуги ребят, огромные заслуги команды. Двигаемся дальше, спасибо. Вадим Сергеевич. Победой еще раз. Спасибо. Команда соперника показала, да? Надо работать, царапать, а не играть, да, в чистый хоккей. Первый период можно, да, в актив занести, были моменты, забивать нужно. Может быть, по-другому бы сложился матч. Ну, а так, 12-й матч подряд в этом месяце. Тяжелый выезд был, видно, что не хватало физически немножко, особенно во втором периоде. Не успевали нигде, ни в своей зоне, ни в средней. Чужой не получалось. Ну, тем не менее, очко есть. Да. То есть все, что когда-то заканчивается, к сожалению, серия победная. Начинаем с нуля опять, да? Готовимся уже к выезду. Коллеги, есть вопросы? Тогда отпустим тренера, спасибо.